пробужденный. Как часто мы стали наблюдать, слышать, видеть на просторах интернета и в прямом общении, когда нам, да, с вами заявляют, говорят о том, что я пробужденный. Любимые, что или кто на самом деле, вообще, что такое вот пробужденный? По сути, человек — это некий сосуд, да, наполненный энергией, сутью, той или иной сущностью. Просто разные характеристики, разной мерности. В той мерности, где он находится, ту суть, сущность станции пирамидальной, он вибрирует. Любая мысль, абсолютно любая мысль, не приходит просто так. Любая мысль, слово — это уже та или иная сущность. Соответственно, нет человека, есть сущность, которая занимает это тело. Характеристика — чистота. Также клетки памяти, все клетки памяти, это тоже есть суть сущности. И кто же может пробудиться? Тело? Тело пробудилось. Кто пробудился, когда вы говорите «я пробудился»? Что вы пробудили в себе? Итак, любимые, уходя от всех иллюзий, эзотерика, как вы ее называете, которая есть, это здорово, так как это тоже некий шаг, трамплин для перехода в подлинные миры, в подлинные чистые знания, и она тоже служит. Так или иначе, скорости сокращения волны сейчас ускоряются, и потому эволюция идет сверхускоренно. И давайте с вами посмотрим подлинно, что же означает пробужденный. Пробужденный, любимый, это тот, кто пробудил свои клетки памяти. Пробуждаются клеточки памяти. Память пробуждается. Изначальная клетка памяти. Мы с вами об этом уже говорили. То есть вы доходите до изначальной клетки памяти только в моменте перехода и пробуждения, вознесения своих клеточек памяти. А потому такие ярлыки, да, как пробужденный, в общем-то, как и ярлык посвященный, по сути, посвящается кто? Светом озаряются клетки памяти, воскрешают. Да, еще вот посвящен, он же воскрешенный, значит, воскресил свои клетки памяти, соединил их в один союз, в одно огромное, со всех фракталов, со всех-всех миров, со всех станций, со всех абсолютно пирамидальных станций, со всех времен, собрал все-все-все свои части, всю-всю свою живую силу, в одну единую привел точку, в одну единую сборку, в одну единую огромную мировую душу. Одну колоссальнейшую, безмерно любящую, могущественную силу собрал все в единый союз посредством освещения клеток памяти. И
Безусловно, тогда мы уходим ото всех ярлыков, потому как идет осознание того, что ты есть не это тело, ты есть сознание целого, а значит, ты есть все. То все целое, которое познает себя через это тело. Но мы к нему не привязываемся, и мы в любой момент можем переключиться на тело, например, птицы в полете или дерево и так далее. Поэтому, любименькие, с бессмертной любовью к вам я оставлю это здесь с вами. И для каждого из вас это развернется в свои определенные координаты и времени, и места вашим здесь и сейчас. С любовью к вам. Обнимаю.